Здравствуйте, а, блядь. Здравствуйте. В эфире программа «Последнее время» с коротким апдейтом по обезьянам. В 2014 году научный журнал Animal Cognition опубликовал работу о необычном поведении шимпанзе из Замбии. Обезьяна, которую исследователи прозвали Джули, вставила себе в ухо травинку и стала носить ее как аксессуар. Со временем это поведение переняло еще 11 членов ее стаи. Никакого практического смысла ученые в этом поведении обнаружить не смогли, но тренд оказался очень устойчивым и даже пережил саму Джули. В научной статье этот феномен осторожно назван ear-to-grass behavior, то есть типа поведение, связанное с помещением травинки в ухо. Но зато популярная пресса вышла с заголовками о том, что шимпанзе изобрели моду. Шимпанзе изобрели моду. Так. И ученые с таким сравнением согласны. В интервью они сравнивают эти травинки с серьгами или с какими-нибудь бессмысленными шапочками. Да.